США не изменили свою позицию по Крыму, Соединенные Штаты не признают российскую аннексию Крыма и не отменят санкции до тех пор, пока полуостров не будет возвращен Украине. США не признают Крым в составе России, об этом заявил представитель Белого дома Хаган Гидли, сообщает Reuters. «Мы однозначно не признаем попытки России аннексировать Крым», — сказал он. Напомним, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге не стала отвечать на вопрос, будет ли признание аннексии Крыма рассматриваться на встрече президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, если Москва согласится на некоторые уступки. Посольство Украины в США отреагировало на карту с ничьим Крымом. Ранее на вопрос журналистов, признают ли США Крым российским, Трамп ответил: «Посмотрим». Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamikorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.